Там проход идет. Чё? В сторону метро Кузнецкий мост проход идет. Это вот фасад детского мира. Вот эти тоже формы все обновленные. А этот да. дом, он хоть старый, но его же обновили. Да. Ну тут все обновили, это тоже обновили. Да все обновили. А у детского да. Вот такие вот деревья, так называемые, видишь? Да. да. Чахленькие ну, посадили, да. оформили, да. Ну, так они не могут. Ну, да. Там где земля-то вся использовалась. Ну, да. Ну, вот это с Рождественка, видишь? Вот те тяни. А улица идет дальше туда, да не Глинный. Не знаю. Вон, видишь, какая корова большая. Я тебе говорю, корова. Корова. А это пешеходная зона вот на Рождественке. А вот она идет. Туда до Кузнецкого моста дальше. Как ее звать? Вот эти синие. Как только у нас и школа. Иллюминация, видишь, как. Да. Да, а это вот обновленный фасад детского мира. Вот. Как говорится. А там какая-то организация, вот эта, да. желтая. Такое обновленное здание с новой начинкой. Но как бы показывающее преемственность того, что было в советское время. Да, да, и прямо на этой на табличке написано. Конечно, тоже попытка, но только уже современным содержанием, конечно. Народу, видишь, сколько много гуляет тут. Да. Видишь, какое здание большое. Рождество. А что она такая нарядная? Ну вот, небольшая проезжая часть и пешеходные зоны везде. Одни. Если что, на хрень да, вышка. Да, Рождественка. Видишь, она пешеходная зона здесь фактически. Пешеходные зоны. Ну и Пушечная улица, она не пешеходная, но она в значительной степени тоже здесь, конечно, в основном пешеходном приоритет. Машин немного. Вот это проход в метро Кузнецкий мост. Ну, сейчас пойдем. Посмотрим. Давай немножко дойдем до конца. А потом не да, это да, вот стоит. Там тоже интересно. Плитка. Плитка. Да. Но такая она. Вот она, плитка. Да. Тут... Разные везде. Да. Вот эти шары, чтобы машины не заезжали, видишь? Все везде кафе. Да. Да. Да, вот. Да. Хочешь посмотреть теперь? Да. Мост-концерт. Туда не хочешь зайти в подворотню? Ну, пойдем. Музей экслибриса. Пойдем. Если туда пустят, конечно. Это понятно. Видишь, они замок закрывают, наверное, всегда можно войти. Въезд по пропускам. Да. Ну, смотрите. Страшно. Ну, мы глянем просто. Плохо. Даже звонит все семьи. Ну, это вот старые какие-то, видишь, корпуса.
старый мост. Причем ваш. Такой страшный. Ты посмотри, какой. Да, какой вот это кто? И это называется центр, как листы. Ну это вот это называется задвор. Отель он. И вход в отель. Да, там отель. Ну, всегда так вот, фасады делали это, а задворки да. другие, да. И видишь, все эти трубы там, все эти здания. Нет, а что вот это прям все у них разорилось? Черт, черт. Это ладно. А что это такие лохматые тут? Ладно, пойдем. Ну, видишь как? То есть, вот там они все сделали. Вообще эти ворота часто закрыты бывают, не всегда сюда пускают. Хотя, если отель, то, наверное, стали пускать, а дальше не пускать. Ну вот, видишь, а? А он говорит, а мы, говорит, сами здесь стоим и замечаем, что они будут замотать. Да. Я говорю, ну, так все хорошо. С той стороны, говорит, хорошо, а с этой, а не тут. Это называется задворки. Чего это? Задворки. Задворки. Конечно. Да. Фасад и задворки. Ну, это... Даже был такой роман «Фасад и задворки». Забыл, кто написал. Снаружи все делают вроде красиво, а внутри... Да. А вон смотри, какие животные прям. Че? Животные какие-то. А, да. Это баран. Баран. Да. А это баран. Ну, вот такая небольшая вот, пушечная улица. Ну, она тут всего меньше полкилометра буквально. Несколько сотен метров. От Лубянки и вот до Неглинной. А? Ну, зато столько всего интересного. Вон ателье в старом особнячке открыли. А зачем ей? А зачем ей детский мир? Ну, у нее все-таки есть, был ребенок. Да, вот там, кстати, да. Туда. Пошли обратно. Хорошо. А здесь есть кредиты? Я думаю, да, найдем. Сейчас да? посмотрим. Это, по-моему, Неглинная. Там выйдет. Ну, на следующий раз еще. Это Неглинная. Это понятно. На велосипедах ездить запрещено. Вот так вот. Только пешеходам и на машинах ограничено. Все. Ну вот она вся, и пушечная улица, она вся просматривается. Вон там Лубянка, вдали видно здание. Ну и вот Неглинная. Все очень. Буквально рукой подать в центре. Все загорожено, здесь не пройдешь. А вот там можно и попробовать посмотреть. Вроде бы открыто. Да. Тоже задворки. Да. Он тоже такой страшный коридор. Видишь, какие стены, все это, да. Вот. Еще двери.
Еще двери. Тут столько дверей. Да. Вон, смотри, какой фасад. Весь щербатый. Да. Смотри, вон, что творится. Ой, а он тебя сейчас может оштрафовать. Это все серьезно. Ну, пойдешь тогда, парень. Скамеечки такие вот, конечно, дизайнерские, так сказать, называют. Они здесь по всей улице расставлены, то есть вот это вот идет чередование. Вот эти тумбы с деревьями чахленькими, которые иногда завернуты в какие-то штуки там разные, ну, для сохранения. Вот эти скамеечки тоже иногда стоят, иногда не просто деревья, иногда со скамеечками, вот, которые рядом находятся, к ним примыкают вот. В граните, как говорится, гранитными тумбами обставленные. Ну вот, ну и в принципе все. Вот так идет чередование одного, другого. То просто вот эти вот такие идут ограждения с деревьями, да, тоже в гранитной, как говорится, упаковке. А то и просто вот эти скамейки, лавочки, они примыкают тоже вот к этим формам, где можно посидеть. Ну, кому, конечно, интересно и нравится все это. Ну, тоже такие довольно грязные, пыльные. Ну, посидеть, в принципе, можно. Ну, хотя бы деревянные, то хорошо. Это, а то иногда бывает даже и металлические. Ну, вот магазин Муз-товары, Ронда называется. Вот можно купить разные музыкальные инструменты. По-моему, магазин довольно давно здесь находится. Ну, могу ошибаться. Ну, вот, собственно, и все. Вот, собственно... И вся Пушечная улица, как она теперь выглядит. Так что, если кто не был здесь давно, то может получить представление. Ну, а лучше, конечно, приезжать. Ну, этот Неглинный, дом 8. Дом 8.